Белорусский лихач на баварском железном коне не смог укрыться от белорусских стражей порядка. Пограничники сегодня рассказали подробности нашумевшей истории и показали видео с камер наблюдения. В понедельник около 8 утра в пункте пропуска Домачево БМВ на огромной скорости сбил шлагбаумы и скрылся на территории Беларуси. На поиски лихача бросили силы милиции, КГБ и погранкомитета. Нашли нелегала в 20 километрах от границы на вторые сутки в частном доме небольшой деревни. Нарушителем оказался 24-летний россиянин. Он уже 15 лет живет в Германии, но очень сильно скучает по родине и решил любым способом туда вернуться. Машину угнал у соседей и планировал продать ее в Подмосковье. На польском пункте пропуска молодого человека решили досмотреть с пристрастием. И выяснили, машина краденая, водитель без визы. Россиянин решил, что терять ему нечего, и пошел ва-банк. Бросил документы и на огромной скорости рванул в сторону Беларуси.